Все. Здравствуйте, дорогие участники немногочисленные нашего вебинара. Значит, меня зовут еще раз Колпаков Алексей Юрьевич. Я доцент кафедры гуманитарного цикла и методики их преподавания Красноярского института повышения квалификации и председатель предметной комиссии Красноярского края ЕГЭ по литературе. Значит, я вначале обозначу как бы актуальность нашего вебинара, каков, собственно, смысл его, какова была задумка этого вебинара, а потом уже перейдем, собственно, к содержательной его части. Актуальность, собственно, такого вебинара обусловлена прежде всего двумя моментами. Сейчас начинается новый этап подготовки школьников к ЕГЭ по литературе, новый виток, и поэтому, дабы избежать каких-то ошибок, нужно учесть опыт предыдущего года, разобраться с теми ошибками или недостатками, которые были допущены учащимися в прошлом году. Это, значит, вот первый такой момент, который нужно учитывать. Ну и второй момент, который заставляет вот так, скажем, массово, а так дистанционно, что называется, выйти к вам, это к учителям вообще в целом, к учителям, которые работают с детьми, готовят их к ЕГЭ по литературе. Это изменения, которые в 2018 году вводятся в контрольно-измерительные материалы, изменения, которые касаются критериев оценивания, ну и, собственно, содержательной части КИМов. Вот эти два момента, которые обуславливают, еще раз скажу, необходимость такого вебинара и скоординированной, целенаправленной работы в направлении подготовки ЕГЭ по литературе. Ну и еще один момент, который как бы мной задумывался, когда я готовил этот вебинар, и, собственно, я делал такую рассылку адресную в образовательные организации, ну, в школы, проще говоря, те школы, которые в 2017 году показали условно, я сразу скажу, низкие результаты ЕГЭ по литературе. Условно, потому что я хорошо понимаю, что низкий результат, который показывает школа в ЕГЭ по литературе, он может и не отражать объективную ситуацию с преподаванием и литературы в школе и подготовкой учителя, учащихся к ЕГЭ по литературе. Потому что понятно, что, во-первых, очень мало детей сдают ЕГЭ по литературе. В некоторых школах, допустим, там 1-2 ученика сдают ЕГЭ по литературе, и они, допустим, показывают там балл ниже общекраевого, и это сразу как бы школу уводит, ну, в такую ставит как бы ее положение школы с низкими результатами, хотя мы понимаем, что два ученика или один ученик, тем более, они, в общем-то, не могут давать какую-то объективную такую картину по школе. Ну и кроме этого, понятно, что поскольку экзамен по литературе – это экзамен на выбор, поэтому ученики, которые выбирают этот экзамен, зачастую готовятся не только в школе, они готовятся там с репетиторами, они готовятся самостоятельно. Поэтому, в общем, то, что называется школы с низкими результатами в ЕГЭ именно по литературе, я не беру массовые экзамены типа русского языка или математики, а вот именно такой экзамен, это, конечно, некоторая условность. Но, тем не менее, я бы хотел понять, нужно ли работать, вот так провести некую серию занятий именно с теми школами, с теми учителями, которые понимают, что им необходима такая работа, и они понимают, что действительно результаты их работы невысокие, и они хотели бы эти результаты улучшить. Поэтому передо мной сейчас, в общем, такой определенный выбор стоит, поскольку где-то через полторы недели я запускаю такую серию тренингов и семинаров по ЕГЭ по литературе,
И я бы хотел понять, кто туда приедет или кто туда придет. Мы могли бы, если руководство школ, которые показали низкие результаты, или руководство школ, которые предполагают, что нужно подтянуть своих учителей, вызовутся, так сказать, участвовать в этих семинарах, тогда мы могли ограничить число участников, не число даже участников, а выборку такую сделать, как бы участники, именно те, которые работают вот на результат, так скажем. Было бы важно тогда посмотреть, вот они проходят курс, ну это не курс, это такая серия тренингов и вебинаров, потом мы ее как бы я оказываю такую посткурсовую, скажем так, поддержку, и каков результат будет в конце посмотреть. Ну, то есть имеется в виду, когда пройдет еще один этап ЕГЭ по литературе. Вот такой как бы эксперимент, такая задумка. Поэтому сейчас я буду говорить, а в конце давайте мы как-то сориентируемся, ну, какие школы сегодня, если, во-первых, вот подключились ли, к сегодняшнему вебинару школы, которые вошли в список школ, которые показали низкие результаты, и готовы ли они принять участие в этом, условно скажем, проекте. Так, ну теперь уже, собственно говоря, к содержательной части. Наш вебинар, он будет разбит на три такие части. Значит, в первой части вебинара я ознакомлю вас с итогами ЕГЭ по литературе 2017 года, какие типы заданий были, какие результаты, какие основные проблемы и какие возможные, ну, такие рекомендации как бы учителям в связи с этим. Это первая часть. Вторая часть – это изменения в КИМах 2018 года. Ну и третья, это небольшая часть, это, собственно, ознакомление с теми семинарами и тренингами, которые пойдут вот с 13 по 15 ноября. Так, ну, я надеюсь, что все вам видно, тем, кто смотрит на экран, вот эта вот презентация. Значит, ну, в 2017 году, если брать задания, которые попались, значит, выпали на долю, так скажем, в основном этапе ЕГЭ по литературе Красноярскому краю, в основном, да, и в разного рода... В Красноярском крае не попали задания, не были включены задания, обращающиеся к древнерусской литературе, то есть не было заданий по слову о полку Игореве, не было заданий по 18 веку, то есть по Державину и по Фонвизину. Из литературы первой половины 19 века были включены произведения, ну, вы их видите, значит, Грибоедов «Горе от ума», Лермонтов «Мцыри. Герой нашего времени», Гоголь «Мертвые души», лирика Пушкина, лирика Лермонтова. Из литературы второй половины 19 века «Тургеневские отцы и дети», «Толстой. Война и мир», Некрасов «Кому на Руси жить хорошо», Гончаров «Облом», продолжаем. Значит, из литературы 20 века, как вы видите, это на «Горький на дне», Булгаков «Мастер и Маргарита», либо «Белая гвардия», сколько Булгаков там на выбор дается, Шолохов «Судьба человека», Твардовский «Василий Теркин», лирика Есенина, Пастернака, Солоухина, Самойлова и Рождественского. Значит, глядя на все эти задания, которые, значит, попались нашим ученикам в 2017 году, какие можно сделать выводы? Ну, я бы сказал, что
В общем-то, тексты, которые нам были представлены в КИМах 2017 года, они, в общем, не вызывали особого ну, такого удивления, они, в общем, не были особо сложные. Со всеми произведениями, которые были включены в КИМы, в общем-то, мы в школах работаем, они хорошо известны. Неожиданностей было совсем немного. Более того, некоторые задания были повторены, уже мы с ними сталкивались в предыдущем году или в другие годы. Ну, в частности, в 2016 году было стихотворение Пушкина «Признание», и снова оно и в этом году повторилось по какой-то причине. Шолоховский рассказ «Судьба человека», он вообще дрейфует от одного экзамена к другому, и в русском языке он попадается, и в ЕГЭ по литературе попадается. В общем, таких особых как бы неожиданностей не случилось. Может быть, за исключением, конечно, лирики второй половины 20 века, вы уже знаете, ну или должны понимать, может быть, кто-то из участников впервые входит вот в эту систему ЕГЭ. У нас, что касается лирики, то здесь составители КИМов, разработчики КИМов не следуют строго за кодификатором. Кодификатор это только так для них, это, ну и для нас получается, это такая как бы база, но не более того. Как правило, в КИМы, в варианты КИМа включаются стихотворения, которые в кодификатор не входят. Ну и особенно, конечно, в этом плане неожиданные бывают стихотворения, лирика поэта второй половины 20 века. Ну вот в частности здесь был представлен Солоухин, Самойлов, Рождественский. Если Пастернак довольно часто попадается в ЕГЭ по литературе, то вот стихотворения этих трех поэтов, допустим, шестидесятников, они, ну так бы сказал, не особо распространены. Ну и в школах они об этих поэтах и вообще о лирике второй половины 20 века говорится, я думаю, что мало. Вот здесь, может быть, определенная была неожиданность. Все остальное довольно ожидаемо. Поэтому, конечно, мы как бы ожидали, что результаты ЕГЭ 2017 года будут, ну, такие лучше предыдущего года, по крайней мере. У нас вообще в целом неплохие результаты по Красноярскому краю. Мы всегда идем выше, чем общероссийские результаты, планка у нас как бы немного, но выше. Но, тем не менее, конечно, мы всегда стремимся к тому, чтобы с каждым годом наши результаты становились все лучше. И такая надежда была и в 17-м году, но, однако, она не совсем оправдалась. Значит, вот посмотрим на динамику результатов ЕГЭ по предмету за последние три года, то есть по литературе за последние три года. Что мы видим? Значит, мы видим, что у нас показатели в целом в 2017 году как бы упали. Ну, допустим, не преодолели минимального балла. Если в 2016 году, позапрошлом году, позапрошлом получается, 16-й год, у нас там 2% не преодолело минимального балла, то в прошлом году уже больше их было, 3,5 почти. Средний балл тоже, мы видим, что число набравших средний балл уменьшилось, стало меньше. И уменьшилось число, процент учащихся, которые получили высокие баллы, это в диапазоне 80 до 100 баллов. Мы видим, что их тоже стало меньше в сравнении с 2016 годом и уж тем более в сравнении с 2015 годом. Вот так какая-то идет такая нисходящая линия. Правда, у нас осталось равным число сдавших на 100 баллов, у нас по краю 4 стобалльника. Ну, вы, наверное, представляете, что получить 100 баллов по ЕГЭ по литературе, это очень сложно, сильно сложно. Поэтому здесь вот такие невысокие показатели, но они, конечно, ну, как бы, они не могут, на мой взгляд, быть совсем такие высокие, совсем такими запредельными. Ну, правда, конечно, мы каждый год хотели бы, чтобы эта цифра увеличивалась, 100 баллов. Вот такая картина. То есть не совсем удачно, в целом, я бы сказал, написали ЕГЭ по литературе. Этому было ряд причин, я, собственно говоря, по ходу их коснусь, этих причин, как мне они видятся.
Теперь, значит, дальше. Ну, еще некоторые данные, касаемо вот этих результатов, собственно говоря, чтобы как-то вот представить, как ну, школы, образовательные организации вот в этом пространстве ЕГЭ себя проявляют. Значит, ну, была такая дана тоже статистика, как сдавали ЕГЭ 2017 года с учетом типа образовательной организации. Но выводы были, в общем-то, ожидаемые, но была определенная, на мой взгляд, такая, ну, не то что неожиданность, но закономерность выявлена. В 2017 году явно обозначилась тройка лидеров в сдаче ЕГЭ по литературе, то есть ученики этих образовательных организаций показали, ну, более успешно себя проявили в этом экзамене. Это гимназии, это школы, значит, вот с гуманитарным уклоном, это кадетские школы, мариинские гимназии. И, в общем-то, это понятно, потому что, конечно, в школах с гуманитарным уклоном или там, где придают такое большое значение гуманитарному циклу гуманитарных предметов, конечно, эти школы обязаны показывать более высокие результаты, и они, в общем-то, это действительно и показывают. А с другой стороны, увеличился разрыв между вот этими школами, скажем, условно гуманитарными, и школами или образовательными организациями негуманитарного профиля, лицеями, либо обычными средними школами. И вот это вот меня немного, так сказать, тревожит, потому что в прошлом году или в позапрошлом году все-таки разрыв, конечно, был, но он не был таким вот, ну, как бы очевидным, он был как бы мягче была сама вот эта граница расхождений. Здесь же достаточно очевидно, то есть лицеи, обычные школы, они идут вот очевидно ниже. И, следовательно, получается так, что этим школам нужно подтягиваться, потому что ученики этих школ все равно выбирают ЕГЭ по литературе. Значит, мы должны им помогать, мы должны... Тут нет как бы сноски на то, что у нас лицей, поэтому как хочешь, так и сдавай свой экзамен по литературе. Конечно, такого быть не может. Поэтому вот здесь, конечно, нужно, как бы мне кажется, усилить работу и в лицеях, и в обычных школах оказывать всяческую помощь ученикам, которые сдают, выбирают ЕГЭ по литературе. Ну, от этого, потому что, в общем-то, зависит судьба этих детей во многом. Теперь дальше. Показатели тут у нас что? А, да, вот я смотрел, значит, тоже статистику по школам с высокими результатами, есть такая статистика, и школы с низкими результатами. Значит, ну, в этом году в список школ с высокими результатами вошло 18 школ, показали высокие результаты. Из них, как мы видим, 16 школ или образовательных организаций из городов. А если мы берем школы с низкими результатами, а в этот список вошло 15 школ, то 9 из них, то есть больше половины школ, это... А, да, то здесь вот с низкими... 9 из городов получается. То есть в первом случае 88 примерно процентов городских школ, во втором случае всего 60%. То есть здесь логика, ну да, и в школы с низкими результатами попали тоже школы из отдаленных или труднодоступных районов Северо-Енисейского, Туруханского. Я к чему это говорю? И, в общем-то, тут тоже ситуация понятна. Вот здесь срабатывает такой принцип какой-то социального неравенства, что ли, или какой-то социальных, ну, какого-то дисбаланса. Потому что понятно, что, допустим, у красноярцев или у норильчан, допустим, или у железногорцев, конечно, больше, у учеников больше возможностей получить качественную подготовку к ЕГЭ по литературе. Это касается и школ, это касается возможностей финансовых, родительских, которые могут там репетиторов каких-то, так сказать, нанимать. И сами репетиторы есть в избытке, собственно говоря, можно сделать выбор. Можно школы поменять. Ну, в общем, много возможностей есть у городских школьников, понятно. Тем более в городах, где высокий уровень жизни.
А вот школы, которые находятся или в отдаленных районах, или в сельских районах, то, конечно, для них возможностей получается меньше. Они показывают результаты, так скажем, ниже. И мне кажется, что этим школам нужно оказывать поддержку. И вот, собственно говоря, то, что я сейчас делаю, или то, что я намечаю сделать в ближайшее вот время, это имеется в виду тренинги и семинары, я во многом как раз бы и хотел, чтобы в этом всем приняли участие как раз не красноярские массово, так скажем, учителя, а именно учителя, ну скажем, вот из таких вот районов, которым действительно эти семинары могли бы оказать реальную поддержку, может быть, просто даже негде взять материалы. Ну, лидерами по количеству участников стали города, как вы видите, понятное дело, ну и некоторые районы, несмотря, мы берем тут ЕГЭ по литературе, некоторые районы тоже показали высокий такой уровень, но у нас участников, много участников, но есть и районы, которые вообще не дают ни одного ученика в ЕГЭ по литературе, то есть, причем не один год, ну вот, допустим, в Большоулуйском районе, в Тасеевском районе мы не видим учащихся, которые бы сдавали, выбирали экзамен ЕГЭ по литературе. Уже не первый год такая картина. Тоже могут быть совершенно разные причины этому, но вообще это не может не вызывать какого-то, ну, такого настороженного восприятия этой ситуации. Возможно, что сами школы или в самих школах не придается должного внимания литературе, и поэтому дети не видят себя в выборе этого экзамена. Тем более, ну, в общем-то, мы понимаем, что в школах, с обычных школах негуманитарного уклона, конечно, учителя больше внимания уделять начинают с подготовки к ЕГЭ по русскому языку, он массовый, от него там отчетность зависит школы и так далее, уровень, там рейтинги. Вот. А литература, как бы, она вообще загоняется. Я знаю, что в школах иногда вообще этому не придается, так сказать, ЕГЭ по литературе, практически никакого внимания не уделяется. То есть, если район не выдает ни одного участника, ни первый год, это, ну, как-то вызывает вопросы, почему так происходит. По крайней мере, хотя бы попытаться как-то понять эту ситуацию тоже хотелось бы. Это нисколько не значит, что это сразу какая-то вот возникает ситуация, подозрений, обвинений, ни в коем случае, вообще никак. Это. Мне просто хотелось понять, что происходит и какую помощь можно оказать. Теперь, значит, дальше. Ну, по выполнениям заданий пройдемся. Как выполнялись, какова была ситуация. Значит, ну, задание, ну, вы знаете, что ЕГЭ по литературе состоит как бы из двух типов заданий, один базовый уровень заданий, условно скажем, тестовый. И второй тип заданий, или вторая такая большая часть ЕГЭ по литературе, это задание с развернутым ответом, письменное задание. Ну, как показывают результаты, с базовым уровнем ученики год от года справляются все лучше и лучше. То есть вот эти вот вопросы, связанные с знанием, там, теории литературы, некоторых знаний истории литературы, они, в общем-то, требующие таких коротких ответов, ученики к ним уже адаптировались с таким заданием, они, в общем, могут определять средства художественной выразительности, они могут, ну, как-то, если такие задания есть, определять какие-то там исторические, культурно-исторические реалии, связанные с художественным произведением, в общем, как-то они уже привыкли к этой работе и набирают там баллы. Это, конечно, возможность вообще набрать баллов вот в этой базовой части. Ошибок там не так много. Кроме одного задания, это задание 4. Как вы видите, вот если брать уровень сдачи, показатели, то по заданию 4, ну, тут Ким надо иметь перед глазами, вы можете взять там прошлогодний Ким, да и не только прошлогоднюю демоверсию и посмотреть, там вот четвертое задание. Четвертое задание — это задание на знание текста. Это задание, которое как раз проверяет, знает ученик текст или нет. Там нужно провести сопоставление
допустим, там, ну, вот такие сопоставить один ряд позиций с другим рядом позиций. Эти вот задания проверяют знания прозаического либо драматического текста, текста драмы. И, как вы видите, сразу падение идет. То есть более половины участников ЕГЭ это задание не выполнили. То есть, учащиеся еще могут работать с конкретным отрывком, они показывают хорошие результаты, или со стихотворением, которое перед глазами есть. Но как только их просят показать свое знание в произведении в целом, тут начинаются проблемы, пробуксовки, значит, это западает. Этот момент западает. Знание текста. Теперь, что касается задания с развернутым ответом. Значит, ну, я пройдусь по типам заданий. По типам заданий. Значит, у нас здесь, ну, во-первых, задание 8 и 15. Задание 8 и 15. Это задание, значит, направленное на анализ отрывка из прозаического произведения, 8-е, либо драматургического произведения, тоже 8-е, ну, иногда туда еще включаются лироэпические произведения, тоже 8-е задание. Значит, ну, в основном проза и драма. А 15-е задание – это задание на анализ стихотворения, лирики. Вот, и как показывают результаты, учащиеся, вот из всех заданий, они с этими заданиями 8 и 15 справились лучше всего. Лучшие показатели. То есть ученики могут работать с конкретным эпизодом и со стихотворением. Отвечать на вопросы, связанные конкретно с этим эпизодом, конкретно с этим стихотворением, которое, опять-таки, скажем, вот перед глазами. Особенно радует то, что улучшились показатели в 15-м задании, потому что многие... Вот несколько лет ученики показывали, ну, демонстрировали не то, что беспомощность, но слабость в анализе стихотворений. Или, точнее, даже не в анализе стихотворений, а в ответах, конкретных ответах по стихотворению. То есть с лирикой как-то тяжелее всегда была ситуация. В этом году, в 2017 году, как-то вот эта ситуация, мне кажется, стала лучше. Ну, не кажется, собственно, показатели объективно это демонстрируют. Значит, теперь недостатки. Недостатки. Ну, когда главный, пожалуй, недостаток – это слабость аргументации в ответах на 8 и 15 задания. То есть ученик, перед учеником есть текст, есть конкретный вопрос к этому тексту, он отвечает на этот вопрос, но... При этом ответ как либо, ну, такой расплывчатый получается, скажем так, либо лишенный, либо, в общем-то, точный, но мало аргументированный. То есть мало аргументов из текста берется, привлекается. Вот. Я на это обращу внимание, потому что вот этот момент в КИМах 2018 года учтен. Особенно вот такой недостаток хорошо проявлялся или явно проявлялся в ответах, которые по объему были меньше рекомендуемого объема. Ну, допустим, рекомендуемый объем 5-10 предложений, но это условный объем рекомендуемый. Понятно, что можно меньше сделать. Но были ответы в 3, в 2 предложения, причем ответ состоялся, он есть, прямой ответ есть. Ученик вроде бы претендует даже на на высший даже балл по этому ответу, поскольку он как бы дал прямой связанный ответ. Но однако, практически ни разу мы, наверное, при объеме там в 2 особенно предложения высокий балл не ставили эксперты, потому что понятно, что в 2 предложения ты просто не наполнишь его аргументацией достаточной для того, чтобы твой ответ выглядел обоснованным. Значит, ну, вот такой момент аргументированности. Надо как бы учить этому детей. Не просто давать ответы, но и привлекать текст для аргументирования. Ну и в 8-15 заданиях мы знаем, что там есть второй критерий. Вообще-то по двум критериям оцениваются задания. Там есть второй критерий, это за речь.
дополнительные, как бы считается, баллы можно получить. И вот здесь мы видим очевидную такую, как бы, падение, потому что за речь вы видите показатели низкие. Ну, соответственно, по восьмому заданию 43, лучше, да, вот нулевые баллы, 43% нулевые баллы, то есть 0, больше двух ошибок допустил речевых в ответе ученик. По 15-му 37 нулевых работ. Это о чем говорит? Это говорит как раз о том, что ну, почти половина, так скажем, учащихся по критерию речь получили 0. То есть половина учащихся не могут даже в таком минимальном объеме выдержать правильную, ну, требование правильной речи, грамотной речи. Это вообще беда, я бы так сказал, проблема. Речь. Теперь, значит, далее. 9-16 задание. Тут это задание условно на сопоставление, контекстуальное задание. Они относятся и к прозе, или там драматургии, и к лирике. Значит, на сопоставление. И здесь всегда были низкие результаты, и этот год был не исключением. Ну и вообще он как-то еще хуже на самом деле получились результаты вот именно в 9 и 16 задании. Они всегда-то были невысокие, еще раз скажу, ну еще стали хуже. Много нулевых работ. То есть по 9 или 16 заданию вы увидите, что много нулевых работ и очень мало работ с максимальным баллом по 9 и 16 заданию. 4-5% соответственно. То есть, иными словами, почти треть учащихся с этими заданиями не справилась, получили ноль. Это, конечно, очень такой тревожный момент. Учащиеся массово теряли баллы на заданиях на сопоставление. О чем это говорит? Почему учащиеся не могут выполнить задания на сопоставление? Ну, а я еще раз напомню, нужно было привести две позиции сопоставления. Привести, значит, то есть указать двух авторов и два произведения, которые бы соотносились с исходным текстом, обосновать этот выбор и сопоставить. Проблемы возникали. Это показатель того, что учащиеся плохо знают литературный материал. Плохо знают литературный материал. Опять-таки, когда перед глазами конкретный текст, мы работаем, мы задание, в общем, с заданием справляемся. Как только разработчики просят ученика показать, а какие еще есть произведения по этой теме, здесь начинаются трудности, пробуксовки. И еще, ну, это вот особенно, да, вот к этим 9 и 16 заданиям были довольно сложные критерии оценивания. Ну а критерии оценивания – это, собственно, требования к работе. То есть, ну, нужно понимать, что ученик, если не знает критерии оценивания, значит, он плохо разбирается с требованием к ответам. Ну и, соответственно, он может допустить ошибки. И, сказать, вот были тоже немало работ, в которых ученики, в общем-то, наверное, и могли привести позиции сопоставления, и приводили позиции сопоставления, но плохо понимая требования к 9 и 16 заданиям, допускали ошибки, либо не было, допустим, сопоставления, либо не было обоснования, но чего-то не было. И это тоже снижало баллы. Так, теперь задание 17, или полноформатное сочинение, так называемое. 17 задание. Сочинение на 200 слов. Оно оценивалось, там три темы, как вы знаете, три темы. Ну, на выбор одну тему можно было брать. Как 17 задание оценивалось по пяти критериям. И вот что мы видим, какая картина вырисовывается по результатам. Наиболее, самые плохие результаты, худшие результаты ученики показали по последнему, пятому критерию, это следование нормам речи. Как вы видите, 24% работ 17-х заданий нулевые оказались. То есть, что значит 0? 0. Это значит, ученик допустил более 4-5 ошибок
речевых, причем ошибок грубых, 24% учащихся. Я считаю, что это много. Мне кажется, что это довольно много. И всего 11% получили там максимальный балл. Ну и, в общем-то, уже понятен как бы основной посыл в связи с этим. Учителям нужно особое внимание уделять вот этому, сказать, как бы умению грамотно оформлять письменную речь, излагать свои мысли. Потому что вот речевые ошибки, они, кстати говоря, проявляются же, они же снижают показатели не только в ЕГЭ по литературе, но и по русскому языку. В общем, это проблема, следование нормам речи, критерий. Также низкие показатели были по критерию привлечения, обоснованность, подчеркну, привлечения текста, обоснованность. Тоже много работ с нулевым баллом, то есть текст либо вообще не привлекался, ну, то есть какие-то отсылки к эпизодам, пересказ каких-то моментов, детали, ну, как-то, чтобы текст присутствовал в сочинении. Не было бы только каких-то общих таких расплывчатых мыслей, изложенных в тексте. Вот, причем текст должен привлекаться не абы как, а тоже как доказательство, как аргументация, то есть обоснованно. Ну вот, как вы видите, ученики, многие ученики показали свою неспособность или незнание текста, или неспособность его использовать, или просто даже, может быть, и не знали об этом критерии. Допускаю это. Значит, теперь первый критерий к этим работам, к 17-му заданию, это глубина раскрытия темы, он основной. Если по первому критерию ученик получает 0, то вся работа обнуляется. Точнее, вот это не вся работа, а вот эти вот задания, то есть по 5 критериям ученик сразу получает нулевые баллы. И как мы видим, таких нулевых работ было тоже много, 19% работ с нулевыми баллами. Это 5 баллов, это 5 позиций, которые сразу ученик потерял. Ну это все, это уже говорить о том, что ученик наберет высокие баллы, если он, если все 17-е задание по нулям. Ну, конечно, это уже, дай бог бы какой-то там средний бы балл получить. Значит, вот это глубина раскрытия темы, это главный критерий. То есть ученики просто сразу не справились с заданием. 19% учащихся. Лучше всего выглядели показатели по композиции. То есть, ну, здесь надо, ну, по композиции, там еще по терминологии. Но здесь своя, как бы, надо понимать. То есть ученики, в общем, действительно умеют, ну так скажем, массово умеют составлять текст. То есть в полноформатном сочинении есть введение, есть основная часть, которая как бы дробится на некоторые микротемы, и есть некое заключение. Композиция. То есть, даже если ученик плохо или поверхностно раскрывает тему сочинения, тем не менее, композиционно он сочинение выстраивает, и тут эксперт все равно оценивает эту работу, ну, по крайней мере, не уж низким баллом, а там в зависимости от того, как по композиции выстроено. То есть, каждый критерий, в общем, как бы мы стараемся проверять изолированно, конечно, как бы абстрагируясь от других критериев. Ну, а по терминологии тоже были бы довольно высокие показатели, но нужно учитывать вот такую как бы мягкость к оцениванию по этому критерию. Мягкость, которую, ну, это, собственно говоря, это требование разработчиков КИМов, чтобы, что ученик, что здесь уже засчитывается, уже не нулевой балл, если ученик использовал хоть какой-то термин, хоть какой-то, даже взятый из самой темы. Допустим, пишет ученик: в рассказе Шолохова там «Судьба человека». И дальше он может вообще во всей работе не употреблять термины. Но рассказ прозвучал, следовательно, мы уже единичку обязаны поставить. Ну, такая вот, такой подход. Здесь, поэтому, конечно, здесь нулевых баллов было не так много, потому что уж хоть как-то, но ученик все равно там какой-то термин мог использовать. Использовал. Так, теперь
Некоторые, да, выводы по поводу 17-го задания, я бы на них обратил внимание. Много работ до сих пор нам встречается в 17-м задании выполненных в формате ЕГЭ по русскому языку. Ну, то есть, выглядят они примерно так, эти работы. Первая часть, первый абзац, это попытка ответа на вопрос, ну, собственно, попытка раскрытия темы, которая заявлена, выбрана учеником, первый абзац, а потом 2, 3, 4 абзаца. В общем, вся основная, остальная часть, а это основная часть сочинения, это примеры из других произведений. Два обычно примера, бывает один пример из произведения, другой пример из жизни. Короче говоря, мы видим ситуацию, когда ученик выполняет ЕГЭ по литературе, руководствуясь моделью сочинения или ответа развернутого ЕГЭ по русскому языку. Это из года в год. И таких работ довольно много. Это значит, о чем говорит? Это говорит о том, что учитель не объяснил, как нужно выполнять 17-е задание. Я не думаю, что эта проблема ученика была основная. Конечно, и он должен был озаботиться, ознакомиться с критериями, но и от учителя многое зависит. Потому что здесь вот явно недоработка тех, кто готовил к ЕГЭ по литературе. И этого легко избежать, самое главное. Вот эти-то уж моменты, конечно. Потому что я так думаю, что эти ученики, которые выполнили эти задания по модели ЕГЭ по русскому языку, они могли показывать неплохие ответы, демонстрировать в предыдущих заданиях. И вот так вот, я бы сказал, глупо срезаться на 17-м. Просто потому, что они не знали, как его выполнять. Теперь, что еще показывает? Ну, при выборе тем 17-м заданием ученики редко обращаются к лирике. Допустим, там... Тема, как раскрывается там тема Родины, я условно говорю, в лирике, там, допустим, Некрасова, там, Блока или так далее. То есть любая тема, связанная с лирикой, ученика сразу вызывает настороженность. В этом году, по-моему, вообще не было работ, в которых бы ученики выбрали темы по лирике. Большие, 17-е. Это тоже говорит о том, это говорит о том, что ученики боятся этих тем, потому что они не знают стихотворений, они не могут их цитировать, они не знают название стихотворений, содержание стихотворений, поэтому эти темы избегают. Теперь дальше, тут глубина ответа, значит, почему такие слабые результаты могут показывать ученику, часто с недостаточным знанием произведения. Ученик не знает произведения, начинает там, значит, какими-то общими фразами как-то пытаться ликвидировать эти незнания, плохо получается. Теперь критерий второй, термины включены в работу, почему там мало высоких баллов. То есть там 2 балла можно было набрать, высший балл. Термины в работу включаются, термины, но не используются. Это такой нюанс, что называется. На это обращайте внимание. Если термин в работу включается, ну, допустим, еще раз скажу, в романе «Война и мир» там Толстой изображает там события Отечественной войны 12-го года. Слово «роман» употреблено, но оно никак не работает в дальнейшем. Или там, допустим, роман-эпопея употреблено, но оно никак не работает. То есть дальше ученик как бы не использует это понятие, не показывает, что там, значит, поэтому масштабность, поэтому там тема народа так важна, потому там событие само эпическое в основе лежит. То есть термин не срабатывает, он просто употреблен. Это 1 балл. Ученикам нужно довести до них эту мысль о том, что ты должен включать термин и использовать его в своем ответе. Использовать. Он должен работать. Тогда будет высший балл.
Ну, текст уже, значит, в основном много, вернее, работ, где текст используют только как пересказ. Ученик не может выборку делать из текста, приводить в качестве аргументов какие-то моменты. Четвертое. Что касается композиции. Ну, здесь основные ошибки – это логические ошибки. Это нарушение логических связей внутри частей, между частями сочинения. Ну и пятое, я уже говорил, речевых ошибок. Много речевых ошибок. И, кстати, обращу внимание на почерк. Все-таки старайтесь своим ученикам объяснять, что работы нужно писать. Это экзаменационные работы. Их нужно все-таки стараться писать разборчиво. Потому что настолько бывает неразборчивый, грязный, неряшливый, я бы даже сказал, почерк, что эксперт не может его понять, разобрать. И это неизбежно ведет к вопросам, к каким-то непониманию, в итоге к снижению баллов. Это объективная ситуация. Эксперт, причем советую я, ведь не только он, эксперт с такой работой подходит ко мне, к председателю комиссии, секретарю комиссии и так далее. Мы стараемся все сделать для того, чтобы как-то оценить работу, но бывают такие работы, которые просто оценить невозможно высоким баллом. Потому что они нечитабельны. Теперь, так, основные проблемы с выполнением вообще в целом, теперь если обобщить, все такой вывод, значит, сделать, какие проблемные зоны, какие проблемы возникают с развернутыми ответами. Ну, это, как вы видите, знание литературного материала, потом работы с художественным, проблемы работы с художественным текстом. То есть, когда, ну, это навык нужно развивать. Работа с текстом, анализ текста художественного, прозаического, лирического, все равно эта работа западает, и нужно ее развивать и усиливать, вообще этому большое внимание уделять. Работа с текстом. Разные приемы существуют. Ну и, кстати, вот в ИПК мы проводим курсы по литературе, которые тоже, там большой блок идет по работе с текстом. И проблемы владения навыками смыслового чтения. Я вот здесь, ну, это и к тексту относится, и к работе с текстом, и еще. Ученики зачастую не могут внимательно прочитать задания, инструкции. Это все как раз навыки смыслового чтения. То есть не сам художественный текст, а что требуется. Я, судя по всему, и взрослые недостаточно владеют такими навыками. То есть прочитать инструкцию, понять, что от тебя требуется, найти главное в этой инструкции. Это не всегда и взрослые так делают, справляются. А современная школа, современная жизнь вообще, она очень, так сказать, это требование очень важное, умение. Вот так, потому что ошибка в понимании задания, она влечет, конечно, и в итоге низкие баллы в результате. Теперь умение пользоваться терминологией, теперь знание социальных, культурных и исторических реалий. Вот на это я немного тут остановлюсь. И сейчас я вам приведу пример задания прошлого года. Значит, вы посмотрите, и я их коротко прокомментирую. Сейчас, одну секунду, у меня должно получиться. Сейчас, один момент. Видно? Вот смотрите, это примеры заданий с ЕГЭ, конечно, не 18-го года. Я их с ними ознакомлю вас, только покажу, потому что вообще, конечно, их, ну, как бы, их не надо распространять. Но чтобы вы понимали, я их поэтому немного, может, и изменим, чтобы там не попадать. Смотрите, вот задания шли такого рода. Девятое задание. В каких произведениях русской литературы изображены купцы и в чем их можно сопоставить с Лопахиным? Провальное задание. Вообще массово не смогли сделать ученики выполнить это задание. По какой причине? Потому что не знают вот этого. Кто такие купцы?
и не знает произведений, в которых есть купцы. В лучшем случае вспоминали грозу. Это, конечно, в лучшем случае. А все остальное, вообще-то произведений с купцами в русской литературе немного, совсем немного, мало. Ну и вообще они как бы слабо понимают, кто такие купцы, в каких произведениях они могли быть. Такой же пример произведения, допустим, сейчас, вот, девятое тоже было, по мертвым душам. В каких произведениях русской литературы изображены помещики? И в чем их можно сопоставить с Плюшкиным? И здесь пошли помещики. Тут и помещиками были и Кабаниха, и Дикой был помещиком, и Ревизор был помещиком, и Городничий. Все, в общем, все чиновники, все купцы, в общем, все, кто хоть как-то отличался от крестьян, могли стать помещиками. Представление школьника. Это о чем говорит? Школьники не понимают, не знают вот этих культурно-исторических как бы, ну, как, понятий. Купец, помещик, я бы чиновник. Я бы сюда добавил и распространил, еще добавил в этот список. Маленький человек, как ни удивительно. Или, допустим, немного изменяется. Простой человек, все сразу. Маленький еще знаем, простой уже с трудом. Понятие народ. Тоже как-то тут человек из народа, тут начинаются как бы такие тоже домысливания и так далее. Вот с этим материалом нужно работать. Ну и коли мы коснулись еще этих тем прошлогодних, я здесь сразу еще на что обращу внимание. Ну вот на тему, что мне совсем меня как бы в тоску вогнало, это 17-я тема, одна была, по, как вы видите, по Булгакову, роман «Белая гвардия» либо «Мастер и Маргарита», как тема ответственности человека перед собственной совестью. Ну, казалось бы, все, вот на этой теме дети должны были массово показать высокие результаты. Еще раз скажу, экзамен ЕГЭ по литературе, экзамен выборный, так скажем, его выбирают, следовательно, предполагается, что ученики как-то готовятся к этому экзамену, вообще понимают, что нужно прочитать же не только «Капитанскую дочку», допустим, но нужно, наверное. Но же Булгаков, «Мастер и Маргарита», кажется, такое произведение, которое ученики, в общем, как бы о них, очень рано о нем говорить начинают, ли раньше, может сейчас уже не начинают, тут мне сложно сказать. Ну, как-то оно довольно популярное было произведение. И оказалось, что как раз по «Мастеру и Маргарите», Маргарите работы и ответы были очень слабые. Очень слабые. Незнание текста, не разбираются в тексте, не понимают там Понтия Пилата, Иешуа Ганостре, мастера, выбор, вот это столкновение с совестью и так далее. Значит, как-то вот тоже надо определенные выводы из этого делать. Ну, вернемся к нашей презентации. Сейчас. Видно меня? Все? Давайте дальше работать. Значит, ну тут какие предложения в связи с этим, собственно говоря, в связи с такими результатами. Я о них уже о многих сказал, тут повторяться, в общем-то, не буду. Развивать навыки смыслового чтения, учитывать на уроках, учитывать в процессе уже, собственно говоря, классной работы, урочной работы, учитывать вот эти вот задания по типу ЕГЭ по литературе. Можно их использовать, такие задания, и на уроках, отрабатывать их прям-таки на уроках. Ну, по конкретным темам, которые вы даете. Значит, как-то совершенствовать формы занятий, виды деятельности, направленные на расширение литературного кругозора. Это очень важный момент. То есть ученики должны как бы все время находиться вот в этом пространстве литературы, особенно те, которые собираются сдавать эту литературу. Да не только они. Вообще в целом, конечно. Нужны такие формы занятий, которые бы помогали ученику запоминать тексты, запоминать стихотворения, запоминать названия произведений, запоминать содержание произведений. Такие формы нужны. И тем более, я сейчас забегаю несколько вперед, уже обращаясь к Кимам 18 года, нужно и вводить новые произведения в пространство жизни школьника.
в частности, произведения современной литературы. То есть кругозор должен постоянно, как бы вот ученика быть, ну, как бы вот расширяться, выходить только за пределы конкретной темы урочной. Теперь, да, развивать письменную речь, ну это понятно. Недостатки, о них я уже сказал, о письменной речи, самые слабые баллы по речи. Ну и нужно учитывать, что ЕГЭ — это особая форма работы, особый формат. И подготовка к ЕГЭ требует особой, как бы, ответственности, внимания. Ученикам нужно разъяснять, что такое ЕГЭ по литературе, как устроены КИМы, какие критерии. И чем отличается ЕГЭ по литературе от ЕГЭ по русскому языку. И даже если ученик сильный, допустим, если ученик хорошо выполняет, допустим, он хороший, может проявлять себя в олимпиадах по литературе или в НОУ по литературе. Это не значит, что он хорошо сдаст ЕГЭ по литературе. И с этими ситуациями учителя сталкиваются, я лично с этим сталкивался, когда даже олимпиадник, показывающий высокие результаты даже на финальных стадиях олимпиады, с трудом писал, сталкивался с большими трудностями, когда писал ЕГЭ по литературе. Потому что это разные форматы. Разные форматы. Главным отличительной чертой формата ЕГЭ по литературе является его критериальность. Имеется в виду, что здесь не требуется от ученика творчество. Здесь требуется работа, выполненная в соответствии с требованиями. Тут много ограничений, и эти ограничения нужно учитывать и соблюдать. Тогда только будет успех. Так, ну, тут я паузу сделаю, посмотрю, может, какие-нибудь вопросы есть. Вопросов нет, ну, и будем, значит, двигаться дальше. Если есть все-таки вопросы, будут появляться, то вы, ну, пишите, используйте, точнее, этот момент, может, для каких-то разъяснений. Такую возможность. Теперь к изменениям. Значит, изменения в КИМах. Но кто в этой теме уже находится, те учителя, которые в теме ЕГЭ уже как-то пребывают, знают, слышали, что в 2018 году будут внесены изменения в контрольно-измерительные материалы. Как, собственно, в содержание контрольно-измерительных материалов, так и в критерии. Эта работа идет, и на сайте ФИПИ выложены сегодня, выложены демо-версии и спецификация, ну, как бы уже новые, как раз вот нового типа. Значит, эта работа на самом деле по изменениям КИМов, она ведется, точка в этой работе еще не поставлена. В этом году мы уже сталкиваемся, наверное, с третьим таким вариантом демо-версии и критериев. Но примерно через 2 недели советую всем еще раз заглянуть на сайт ФИПИ, потому что последние изменения в КИМах были выставлены буквально, наверное, неделю назад. То есть работа вот так движется, и не все учителя как бы отслеживают эту работу, а надо, если ты в этой теме находишься. Загляните на сайт ФИПИ, ну сегодня скачайте, собственно говоря, демо-версию, которая там есть, последняя, с критериями, со спецификацией. И примерно через пару недель, потому что через 2 недели уже все обсуждения завершатся, и демо-версия этого года, она будет утверждена. Но, на мой взгляд, или как я понимаю, наверное, она уже не будет отличаться или существенно отличаться от той демо-версии, которая выставлена сегодня на сайте ФИПИ. Но, тем не менее, обязательно через пару недель это нужно уточнить. Но коротко скажу, почему вносятся изменения. Назрела на самом деле уже давно необходимость вносить изменения в КИМы. Прежде всего в критерии оценивания, потому что по некоторым заданиям критерии оценивания были настолько громоздки, настолько сложны,
что и ученики как-то в них путались, и уж эксперты, когда это мука была, конечно, или очень тяжело, я так скажу, проверять было задание, вот особенно на сопоставление 9 и 16, и нужно было как-то оптимизировать эту схему, и поэтому хорошо, конечно, что разработчики Кимов вот эту проблему видели, и они вот в этом году сделали существенный, я бы так сказал, шаг по улучшению контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по литературе. Это первое изменение, значит, уточнены требования к выполнению заданий 9 и 16. В частности, ну, раньше, в прошлой версии, 17-го еще года, 9 и 16 задания оценивались по, ну, как бы в основе оценки лежало три принципа. Указание, нужно было указать две позиции сопоставления, обоснование, ты должен был как бы пояснить, что да, действительно, я это произведение правильно выбрал, потому что там вот есть то-то, то-то, то-то. И третий момент или третий принцип – это сопоставление. Вот ученик по трем должен был этим, как бы по трем направлениям вести свой ответ. Указание, обоснование, сопоставление. Очевидно, что обоснование здесь было несколько, ну как бы лишним, потому что если ученик сопоставлял, тем более развернуто, хорошо сопоставлял, то понятно, что это и было уже обоснование. Поэтому это требование исключилось, вот этот принцип исключился, обосновать выбор для сопоставления. Ну и мы сейчас посмотрим, как бы модернизировались и вообще критерии оценивания 9 и 16 заданий. Далее. Введена четвертая тема в 17-м задании. Такого, условно скажем, свободного плана. Ну, на самом деле она, конечно, не свободная, потому что там есть свои ограничения по материалу, по теме. Мы сейчас тоже на это посмотрим. Но введена четвертая тема. Не по конкретному произведению, а такая тема, которая дает возможность ученику довольно широкого сделать такой широкого выбора произведений и авторов. Затем полностью переработаны критерии оценивания всех заданий с развернутым ответом. Это важно. Ну и увеличился, собственно говоря, сам максимальный балл за всю работу. Он стал больше. То есть сейчас, начиная с этого года, ученики, которые пишут ЕГЭ по литературе, могут получать более высокий первичный балл. Более высокий первичный балл. Ну и, следовательно, они, в принципе, могут, конечно, получать и более высокий финальный балл. То есть, по идее, показатели ЕГЭ по литературе у нас должны как бы подрасти. Мы на это тоже надеемся. Так, где брать всю информацию актуальную по ЕГЭ? Это все вам известно, конечно, но я не напомню все равно. Прежде всего, все актуальные материалы по ЕГЭ, это демо-версии, спецификация, какие-то методические материалы размещены на сайте Федерального института педагогических измерений ФИПИ. Пользуйтесь этим сайтом, находите. Сейчас ваша главная задача – это найти демо-версию, спецификацию и кодификаторы. Ну, кодификатор не изменился нисколько, сразу скажу, надо демоверсию посмотреть. Теперь, официальный информационный портал единого госэкзамена, это ЕГЭ.ЕДУРУ, тоже известный, в общем, там тоже все материалы актуальные размещены. Что касается наших красноярцев, красноярских официальных ресурсов, то здесь Красноярский центр оценки качества образования, Красноярский ЦОКО. На цоковском сайте вы можете взять отчеты, вот многое, что из чего я говорил вверху, как бы выше, это материалы отчетов по предметам. Ну и, соответственно, там вы можете взять какие-то материалы для себя, те вот проблемные зоны, рекомендации и так далее. Там и по русскому языку, и по литературе. По Красноярскому краю именно, по нашему краю. Так, теперь о КИМах. Новый КИМ, давайте пробежку такую сделаем. Так, как бы мне тут увеличить? Мне бы увеличить самому на экране. Плюсик, наверное, нажимать, да?
Коллеги, извините, значит... Значит, ну, надеюсь, что у вас это все видно. Вот. Мне тут не очень хорошо видно, поэтому я тут буду с листа со своего говорить. А вы, соответственно, отслеживайте по вот этим страничкам, которые вы можете увеличить. Я их просто здесь как-то пока не могу увеличить. Ну, вот это вот пример... Демоверсия, собственно говоря, 2018 года, последняя, которая выложена на сайте ФИПИ. Здесь задания, ну, я их не буду особо комментировать, потому что они повторяются, они одни и те же в демоверсиях. Снова первая часть. Это задание с развернутым... Да, сразу скажу, остаются тестовые задания. То есть в этом году базовая часть, базовые задания остаются. Потому что было такое намерение в перспективной модели или в перспективе убрать из ЕГЭ по литературе базовое задание, то есть тестовую часть. Но по неведомым мне причинам базовая часть остается. И, в общем-то, я, честно говоря, только за то, чтобы она оставалась, потому что базовая часть позволяет ученикам, во-первых, набрать баллы, а нам, экспертам или учителям, увидеть уровень их конкретных знаний. То есть, если ты в развернутом ответе еще какой-то маневр можешь сделать и завуалировать, так сказать, скрыть свое незнание, то в конкретном ответе ты, конечно, скрыть его не можешь, в конкретном вопросе. Поэтому субъективно для меня базовая часть всегда, так сказать, вот была как бы важна. Но вообще в перспективе учитывайте, что ее, наверное, исключат, но в 2018 году она остается. Все базовые задания остаются. Дальше развернутые ответы. Ну, здесь все как в прошлом году. Тургеневский, значит, вариант дается. Отрывок из «Отцов и детей». К нему, как вы видите, вот как раз эти самые базовые вопросы. Вот это самое четвертое задание, которое выполнено было в прошлом году хуже всего из базовых. Вот здесь как раз на сопоставление, на знание текста. И даются, соответственно... Два задания с развернутым ответом вот здесь. Ученики будут видеть вот эту вот плашечку, вот эту вот табличку, ну или как назвать, вот такую информацию. Здесь в этой информации все основные требования к заданиям 8 и 9 изложены. Ну, вы, конечно, эти требования сами разъясните. Что мы, в общем-то, здесь, да, конечно, увеличить я не могу, к сожалению, но давайте потом чуть позже потом скажу. Вот здесь вот все, собственно говоря, эти пояснения есть. Дальше идет стихотворение. То же самое к стихотворению вопросы такого базового уровня. И тоже 15 и 16 задание. И то же самое, такая вот дается плашка, в которой объяснение, даются объяснения, требования к выполнению заданий 15 и 16. И 17 задание. Ну, как вы видите, вот здесь появляется четвертая тема. Четвертая тема. Давайте я сразу обращу внимание вот на эту четвертую тему. Четвертая тема звучит здесь так. Страницы русской истории в новейшей отечественной литературе на примере одного-двух произведений 90-х-2000-х годов. Вот такая четвертая тема. Как вы видите...
Она не совсем свободного плана, эта тема. Все-таки здесь есть ограничения. Во-первых, особенно тематическое ограничение, это страница истории. И ограничение в выборе литературного материала. Новейшая история. Ой, новейшая литература. Новейшая литература. То есть это не конечно. Но все равно нет ограничений в выборе произведений и писателей. Тут на что обращу внимание? Скорее всего, все четвертые темы, это темы будут связаны с новейшей литературой, с новейшей, с 90-х годов и до нашего времени. С 90-х годов и до нашего времени. Эта литература в школе почти не преподается, преподается крайне слабо. Современную литературу, как взрослую, условно скажем, так и детско-юношескую литературу современную, преподают редкие учителя, для редких учителей это системная работа. И здесь я думаю, что вот нужно менять подходы, нужно учителям проявлять собственный интерес к современной литературе. Ну, и вводить, собственно говоря, в свою работу современную литературу. Тем более, что много литературных произведений, современных произведений действительно высокого качества. Мы со своей позиции, я имею в виду Институт повышения квалификации, будем оказывать всяческую поддержку, вот связанную с современной литературой. И я уже в этом году запланировал несколько мероприятий, связанных с этим. Ну, я, в смысле, кафедра гуманитарных дисциплин, я заведующий кафедрой. И буду все время информировать вас о этих мероприятиях. Ну и вы сами, собственно говоря, как-то выходите с инициативой, что вам нужно, что необходимо как-то вот в этом плане. Но то, что эту работу по изучению новейшей литературы нужно налаживать, это очевидно. Теперь, собственно говоря, к критериям оценивания. Что здесь изменилось в критериях оценивания? Так, сначала возьмем 8 и 15 задания. 8 и 15 задания. Если раньше 8 и 15 задания оценивались по двум критериям, сейчас они будут оцениваться по трем критериям. Первый критерий, они полностью переработаны, обращаю внимание, эти критерии, полностью. То есть вы можете взять старую версию и новую версию, положить их рядом и увидите очевидную разницу. В нынешней версии первый критерий – это соответствие ответа заданию. Соответствие ответа заданию. То есть соответствует заданию ответ, либо не соответствует. Первый критерий. Ну тут со своими, так сказать, пояснениями. Второй критерий. Привлечение текста произведения для аргументации. Раньше этого критерия не было. Вот в 8 и 15 заданиях. И я уже сегодня говорил о том, что это один из западающих моментов, это привлечение текста в качестве аргументации. Вот сейчас он взят отдельно, выведен отдельным критерием. И вы видите, чтобы хорошо выполнить работу по этому критерию, нужно для аргументации суждений привлечь текст на уровне анализа, не на уровне пересказа, это уже ниже будет балл, а на уровне анализа важнейших эпизодов. То есть ученик должен привлекать текст, анализируя эпизоды в стихотворении, либо в прозаическом отрывке на уровне анализа. Значит, привлечение текста произведения. Ученик дает тезис, пожалуйста, подкрепляй это каким-то моментом из произведения. Ну и вот таким образом двигаться необходимо. Дальше, следующий критерий, третий, это, собственно говоря, ошибки, третий критерий. Как вы видите, здесь объединены фактологические, логические и речевые ошибки. Ну, фактологические ошибки, ошибки именно фактического плана, они и так были включены, правда, они были включены в первый критерий в старой версии, сейчас они здесь находятся, все вместе, все ошибки вместе. Фактологические ошибки – это, соответственно, ошибки в фактах, искажения имен, там, событий произведений, каких-то ошибки в фоновом материале. Речевые ошибки – это ошибки в использовании слов,
оборотов, нарушение лексических норм разного рода. Их нужно отличать от грамматических ошибок, потому что грамматические ошибки – это ошибки в структуре языковой единицы, а не в ее использовании. Грамматические ошибки не учитываются при проверке ЕГЭ по литературе, только речевые. И что нового, введены логические ошибки. Их раньше не было, их мы не учитывали. Сейчас будут учитываться. Поэтому в работе, в оценивании письменных работ обращайте внимание на логические ошибки. Логические ошибки – это, как правило, ошибки, связанные с нарушением логической правильности речи. Ну, какие-то нарушения законов логики. Может быть, в пределах одного предложения, может быть, в пределах всего текста. Ну, если брать в целом текст, там, допустим, несоответствие как бы частей произведения, вернее, сочинения, где-то, где отсутствие какой-то важной части сочинения, там, вводной или заключительной части, неожиданные такие прыжки с одной мысли на другую, это все вот ошибки логического плана. Это если брать ошибки вот именно в целом построении, но и внутри предложения такие ошибки могут возникать. Как вы видите, 2 балла – это отсутствие вообще ошибок, 1 балл – допущено не более одной ошибки каждого вида, не более одной ошибки каждого вида. То есть можно 3 ошибки допустить, но главное, чтобы они были по разного вида. Если хотя бы одной ошибки будет дважды, допустим, 2 фактических ошибки, 2 логических ошибки, то тут единичку ты уже не получишь. Так, теперь 9 и 16, да, еще обращаю внимание, это тоже подчеркнуть надо особо. Если по первому критерию работа оценивается нулем, то вся работа обнуляется. То есть по первому критерию 0, по всем остальным критериям 0. Если по второму критерию привлечение текста произведения 0, то тогда по третьему критерию автоматом ставится 0. Такие правила. Теперь 9 и 16. Здесь, конечно, упростилась ситуация в сравнении с прошлогодним КИМом. Ну и вообще вот с тем, что было. Там было очень много этих вариантов. Или и так далее. Много разных вариантов. Сейчас все стало попроще. Значит, здесь у нас 4 критерия. И вот смотрите, как они разбиты. Мы сейчас оцениваем каждую пару сопоставлений, каждую позицию сопоставлений. Ну, то есть нужно 2 позиции сопоставления привести. Вот каждая позиция сопоставления будет оцениваться. Допустим, первый критерий – сопоставление первого выбранного произведения с предложенным текстом. И идут тут разъяснения. Первого. Эксперты проверили, раз первая позиция сопоставлена. Ну, значит, там, как она сопоставлена, второй вопрос, это уже проверяется. Потом, второй критерий, вторая позиция, сопоставление второго выбранного произведения, отдельно. Поэтому, наверное, я думаю, что ученикам все-таки полезно будет, я думаю, указать, чтобы они выполняли вот это задание вот так, именно первая позиция, вторая позиция. Конечно, они имеют право соединить их вместе, сразу все 3 произведения свести. Но тогда возникнет, может быть, вот они не смогут достаточно убедительно сопоставить. Тут это важно. Поэтому, мне кажется, и проще для экспертов, и проще для ученика, может быть, вот именно сначала одну позицию, потом вторую позицию сопоставления провести. Так, третий критерий – это привлечение текста произведения для аргументации. То есть мы видим, это вообще везде стало теперь требованием обязательным, чтобы текст привлекался для аргументации. Третий критерий. И четвертый критерий, ну то же самое, как в 8 и 15 заданиях, это фактологическая, логическая и речевая точность ответа. Ну здесь все, в общем, остается тем же самым. Я пока не поясняю каждый из критериев, это довольно длительная процедура. Я пока в целом говорю, какие изменения в критериях возникают. Ну и 17-е, да, и то же самое. Если по первому критерию 0, вся работа обнуляется, по первому или по второму критерию 0. Точнее, не или, а по обоим вместе. Если по критериям 1 и 2 нули,
то вся работа обнуляется. Если по третьему критерию 0, по третьему, то четвертый критерий обнуляется. Теперь 17-е задание. 17-е задание оценивается по 5 критериям. Они тоже изменились. Первый критерий – соответствие сочинения теме и ее раскрытие. Тут, чтобы получить высший балл, сочинение должно написано на заданную тему. Тема раскрыта глубоко, многосторонне, авторская позиция не искажена. Ну вот это вот высший балл. То есть соответствие сочинения теме и ее раскрытие, уровень ее раскрытия. Второй критерий – привлечение текста произведения. Снова, опять то же самое. Здесь начинают учитываться фактические ошибки. Они тоже играют свою роль. Учет фактических ошибок. Третий критерий. Опора на теоретико-литературные понятия. Ну, это я уже говорил. Довольно, на мой взгляд, легкий критерий, если правильно его объяснить, как его, собственно, ему соответствовать. Композиционная цельность и логичность. Вот здесь как раз оценивается композиция и логические ошибки, которые допущены между частями сочинения, либо внутри частей сочинения. Отдельно логические ошибки здесь как бы не выводятся вот в этом 17-м задании. Здесь только речевые нормы. Это пятый критерий соблюдения речевых норм. Но они, в общем-то, здесь не изменились в сравнении с прошлым годом. Вот такие изменения, основные, я бы так сказал, изменения в КИМах, которые ожидают нас в 2018 году. Но еще раз подчеркну, через пару недель посмотрите еще раз демоверсию на ФИПИ, которая уже должна быть, так сказать, окончательно утверждена быть. И... Теперь заключение, собственно говоря, о той методической поддержке, которую мы можем оказать, кафедра гуманитарных дисциплин Института повышения квалификации, можем вам оказать, какая помощь. С 13 по 15 ноября я, собственно говоря, провожу серию тренингов. Общее название этого курса – «Совершенствование профессиональных компетенций учителя в области методики обучения выполнения задания с развернутым ответом ЕГЭ по литературе». Ну, такое громоздкое название. Проще говоря, это помощь в подготовке к ЕГЭ по литературе. На 24 часа, то есть это 3 дня работы, очные работы, нужно присутствовать здесь, потому что я в прошлом году такой курс вел, такие тренинги, и совершенно очевидно, что сами учителя, неплохие, кстати говоря, учителя, хорошие даже учителя, не всегда сами хорошо могут выполнить задание ЕГЭ по литературе, написать текст. Ну, просто это особого рода работа. В общем, поэтому весь вот этот курс, это по сути тренинги, что прежде всего сам учитель должен научиться, первое, выполнять задание, второе, оценивать задание, то есть уже как бы примеривать на себя роль эксперта. Вот обладая этими двумя навыками, учитель может уверенно себя чувствовать в подготовке к ЕГЭ по литературе. Значит, запись на этот курс будет идти до 4 ноября. До 4 ноября. Как вести эту запись? Как записаться на этот курс? Тема, собственно говоря, этого курса. Сначала более подробно мы будем говорить об изменениях в КИМах ЕГЭ по литературе. Сегодня я такую пробежку только сделал. Затем критерии оценивания, конечно, это вот... такого семинарского плана занятия, а потом будет, собственно говоря, 3 тренинга. Это выполнение заданий 8 и 15, заданий 9 и 16 и заданий 17. Такая логичная форма проведения занятий. Теперь, как записаться на этот курс? Я вместе с презентацией оставлю форму заявки.
Ну и если этой формы заявки по каким-то причинам вам, вы ее не сможете получить, то вот она перед вами, в презентацию то встроена. На адрес, на мой адрес электронной почты, вот он внизу указан, Колпаков@kipk.ru. Стоп, по-моему, там ИПК просто написано. Да? Не вижу. Коллеги, если я, может быть, я тут ошибку допустил, Колпаков@kipk должно быть, а не ИПК. Ну, в общем, на сайт института, ой, на адрес института повышения квалификации. Ну, мы сейчас внесем сюда в эту поправку, так что здесь будет правильный адрес. Либо, если какие-то проблемы, звоните мне просто по телефону. Вот здесь телефон указан, 8-923-282-3741, Колпаков Алексей Юрьевич. А вообще до 4-го нужно представить вот такую табличку, выслать на мой адрес, где нужно указать фамилию, имя, отчество учителя, образовательную организацию, то есть какая школа, какой район, контактный телефон, контактный имейл обязательно, тоже мне нужен, потому что по электронной почте мы часто будем списываться, ну не часто, но будем списываться в процессе работы. И указать, какой опыт подготовки к ЕГЭ. Есть этот опыт, нет этого опыта, работает ли учитель в старших классах или не работал, тоже, но это нужно понимать, какая аудитория подбирается, насколько она готова к разговору. Вот такие заявки до 4-го нужно отправить. Но это вот еще раз контакты. Ну, здесь, кстати говоря, правильно все написано, адрес электронной почты, я имею в виду, мой. Вот примерно такая история. Давайте я посмотрю, что тут у нас с вопросами. Вопросов нет. Значит, теперь кто у нас присутствовал? Так, Ачинский район, вижу, Преображенко. Ага. Уярский район. Тасеевский, замечательный район есть. Еще Ачинский. Ну и хорошо. Вот, коллеги, Тасеевский, Ачинский район особенно. Я к вам обращаюсь сейчас. Ну, просто не было учеников из ваших районов, сдающих ЕГЭ по литературе. Мне бы, конечно, хотелось видеть вас в числе участников вот этого курса. Пообщаться, понять, какие проблемы существуют. Как-то, может быть, наладить работу точечно, вот так именно с вашими образовательными организациями. Поэтому напишите мне, либо позвоните мне, как ваше руководство отреагирует вот на предложение участвовать в этих тренингах. Нужно, если письмо, то мы письмо направим от ИПК, соответственно, с приглашением вас на эти тренинги. Ну и, может быть, мы бы это как раз и провели бы такой как бы небольшой эксперимент. Вот мы проводим тренинги, вы обучаетесь, там проходит какой-то. Мы понимаем, мы разбираемся, вообще есть проблемы или нет. Может быть, проблемы, собственно, связанные и не со школами вовсе. Вот. И смотрим на результат. Появились результаты в этом или в следующем году. Ну или, в общем, все остается, может быть, по-прежнему. Ну то есть, как-то вот такую... Конкретную очень работу хотелось бы провести. Поэтому, коллеги из Тасеевского и Ачинского района, отреагируйте как-то вот специально вот на этот семинар и на мое предложение. То есть напишите мне, либо позвоните мне, а может быть, пусть руководство школы мне позвонит, мы с ними поговорим на эту тему. Было бы во всех отношениях полезно. Ну, в общем...